Черкассах один человек погиб, и еще двое получили ранения в результате взрыва гранаты. Инцидент произошел в спальном районе города, в квартире, где сдетонировал боеприпас, жили пенсионер, дочь и ее сожитель. Отец хозяйки квартиры погиб на месте. Женщина получила тяжелые осколочные ранения, а вот кавалер отделался небольшими царапинами. По предварительным данным полиции, это была осколочная граната F1. Как она попала в дом и кто привел ее в действие, сейчас выясняют следователи. Соседи пострадавших рассказывают о том, что они постоянно выпивали и устраивали скандалы. Вибухотехніки сказали, що характерні сліди від осколків гранати на стінах, і також знайшли чеку. Граната була або під кроватю захована, або, не знаю, можливо, цей чоловік не грався якось. Ну, що граната була під чоловіком, і взрив прийшов знизу догори, і осколки полетіли в основному догори.